Так, ребят, все, давайте будем начинать, чтобы не задержать. Остальные подтянутся. Потому что 13:30. Можно начинать? Да, сейчас я представлю, чтобы всем. Так, для тех, кто знает Анатолий Павлович, это наш пятый курс, кто не знает, значит, сегодня лекцию прочитает академик Российской академии наук Анатолий Михайлович Черепащук, он же научный руководитель КАИШ. И профессор кафедры астрофизики звездной астрономии. Дорогие коллеги, мне не стыдно за несколько помпезное название моего доклада, потому что история поиска и открытия черных дыр насчитывает более 60 мучительных лет. И вот давайте сейчас с вами на эту тему поговорим. Черная дыра – это предсказание общей теории относительности Эйнштейна. И вот на протяжении многих десятилетий среди ученых шли ожесточенные споры о возможности реального существования этих объектов во Вселенной. Свойства черных дыр столь необычны, что в их существование действительно верится с трудом. Тем не менее, сейчас, благодаря достижениям многоканальной астрономии, и астрономии сверхвысокого углового разрешения, мы получили убедительные наблюдательные доказательства существования черных дыр. Вот в данной лекции мы постараемся кратко описать тернистый путь поисков, открытий и исследований черных дыр, а также подвести некоторые итоги в этой интереснейшей области релятивистской астрофизики. Ну, немного истории. Под черной дырой, как известно, понимается область пространства-времени, гравитационное поле которой столь сильно, что никакой сигнал, даже свет, не может удалиться от нее на пространственную бесконечность будущего. Есть очень хорошая монография Новикова и Фролова «Физика черных дыр». Она физматлит 1986 года. Советую, поскольку вы уже достаточно продвинутые студенты, советую с ней ознакомиться, если вас интересуют черные дыры. Впервые о темных звездах, которые не выпускают даже свет, стали рассуждать после опубликования в 1687 году закона всемирного тяготения Ньютона. Согласно этому закону, значит, все тела притягиваются, а в то время была корпускулярная теория света. Считалось, что свет – это корпускула, которая двигается со скоростью 300 тысяч километров в секунду. К этому, нет, не к этому времени, а вот ко времени, когда темные тела были предсказаны. Значит, корпускулы двигаются, и поскольку их притягивает к тяготению, может быть такой объект, у которого тяготение так сильно, что даже корпускулы света не могут выйти за, так сказать, на бесконечность. И вот в 1783 году Митчелл, англичанин, и в 1798 году Лаплас вывели формулы для критического радиуса вот этого темного тела. Ну, а вы так, эта формула вам хорошо знакома. Это формула для второй космической скорости. Надо приравнять удельную потенциальную энергию к удельной кинетической энергии. И оттуда получается выражение для радиуса 2gm делить на v квадрат. Скорость света вот в то время, как раз во времена Митчелла и Лапласа, уже была известна из наблюдений спутников Юпитера. Подставив вместо v равно c, имеем критическое значение радиуса тела. R критическое 2gm делить на c квадрат. Ну и очевидно, если r, радиус тела, меньше или равно критическому, то тело темное, потому что вторая космическая скорость для такого тела 300 тысяч километров в секунду, и даже фотоны, даже кванты, корпускулы света не могут вырваться на пространственную бесконечность. Эти рассуждения, конечно, не совсем корректны, поскольку при V равно C формулы классической механики несправедливы. Они должны быть заменены на релятивистские формулы. Однако, если все сделать правильно, то получается точно такое же выражение. R критическое, соответствующее темному телу, равно 2gm, делить на c квадрат. То есть ошибки в двух частях формулы, две ошибки, полностью скомпенсировали друг друга. Вот такое счастье для астрономов. В
1915 году Эйнштейн опубликовал свою знаменитую общую теорию относительности. А в 1916 году Шварцшильд получил точное решение уравнений ОТО для сферически-симметричного гравитационного поля точного источника. Уравнения ОТО очень сложны, это 10 уравнений в частных производных. Но вот если идеальная сферическая симметрия, то, оказывается, можно получить точное решение. И выражение для квадрата интервала ds между двумя событиями в этом случае. Вот ds квадрат описывается такой формулой. Входит величина 2gm делить на c квадрат, которую принято называть гравитационным или шварцшильдовским радиусом. Вот здесь, если вот эта величина rg входит вот в этот знаменатель, то это становится равным единице, разность равна нулю, и ds квадрат у нас становится бесконечно большим. Это особенность на вот гравитационном радиусе. Иногда под гравитационным радиусом понимают gm делить на c квадрат. Это так называемый горизонт событий для предельно быстро вращающейся керровской черной дыры. А 2gm делить на c квадрат я предпочитаю называть шварцшильдовским радиусом, потому что это выражение соответствует шварцшильдовской метрике. Ну и величина вот этого шварцшильдовского радиуса, или будем считать все равно, что это гравитационный радиус, она равна 9 мм для Земли и 3 км для Солнца. Если вы возьмете Землю и будете ее сжимать сферическим прессом, то когда вы увеличите радиус, уменьшите радиус Земли в 4 раза, вторая космическая скорость возрастет в 2 раза, будет уже не 11 км в секунду, а 22 км в секунду. И когда вы сожмете Землю до 9 мм, то вторая космическая скорость будет 300 тысяч км в секунду, если, конечно, пренебречь вращением Земли. Вот. Но особенность при R равно RG, она, конечно, фантастическая, но не физическая, а связана с выбором системы отсчета. Поскольку компоненты тензора Риемана, которые характеризуют кривизну, в данном случае не обращаются в бесконечность. И эта особенность может быть устранена выбором системы отсчета. Например, в системе отсчета Леметра, связанной со свободно падающим телом на центральный источник, особенности при R равно RG исчезают. А вот физическая особенность, сингулярность, расположена в центре черной дыры. Там, по-видимому, плотность квантовая, планковская, то есть 10^93 грамм в кубическом сантиметре. По-видимому, там работает квантовая гравитация. Там нет классического понятия классического времени и пространства. Вот. И совсем иные законы, не те, которые мы с вами знаем, царят. И вот из-за этой именно, так сказать, чудовищно большой плотности, где компоненты в этой сингулярности, компоненты тензора Риемана обращаются в бесконечность. Формально при такой плотности компоненты тензора Риемана тоже не обращаются в бесконечность. Они уже при плотности бесконечности обращаются в бесконечность. Но просто считается, что предел всему кладет квантовая природа материи. И вот именно планковские единицы, они дают нам предельные, так сказать, характеристики. В том числе вот плотность предельная 10^93. Грамм в кубическом сантиметре, предельный размер планковской 10^33 сантиметра, вы это все хорошо знаете. Вот. Ну вот, давайте посмотрим структуру невращающейся шварцшильдовской черной дыры, чтобы, так сказать, осознать все-таки, насколько же все-таки это экстремальный объект. Вот эта структура невращающей шварцшильдовской черной дыры в воображаемом эвклидовом пространстве, в предположении, что траектория лучи света, идущие от черной дыры, прямые линии, что на самом деле не так, потому что черная дыра – это гигантское искривление пространства-времени. Но вот в эвклидовом воображаемом пространстве структура черной дыры выглядит таким образом. В центре расположена сингулярность, где плотность 10^93 грамм в кубическом сантиметре. Отмечу, что плотность нейтронной звезды 10^15 грамм в кубическом сантиметре, а это 10^93 грамм в кубическом сантиметре. Плотность Земли 5 грамм в кубическом сантиметре. Вот такие цифры. Далее у нас идет горизонт событий. Горизонт событий в случае шварцшильдовской черной дыры, он совпадает с гравитационным радиусом. Вот. И чем он знаменит? На горизонте событий, с точки зрения далекого наблюдателя, время останавливается.
Ну, вы знаете на этот парадокс знаменитый. Если вы пошлете космический корабль к черной дыре, то он будет бесконечно долго приближаться к горизонту событий и никогда его с нашей точки зрения не пересечет. Однако со своей точки зрения он свободно проникает через горизонт и погибает в сингулярности, разрывается приливными силами. Вот. Значит, вот далее идет у нас фотонные сферы. Это область, где фотоны могут захватываться черной дырой и двигаться по замкнутым траекториям, в частности, по круговым траекториям. Вот такой экзотический объект. Ну, я уже сказал, что радиус горизонта событий RH равен гравитационному радиусу RG в случае невращающейся черной дыры. Для предельно быстрой, вращающейся, керровской так называемой черной дыры, RH составляет половину гравитационного радиуса. И вот величина гравитационного радиуса, как я уже упоминал, равна 9 мм для Земли, 3 км для Солнца и 40 астрономических единиц расстояния от Солнца до Плутона, то есть это размеры Солнечной системы, для массы в 2 миллиарда солнечных масс. Такие сверхмассивные черные дыры сейчас во многих случаях наблюдаются в ядрах галактик. То есть это размеры целой Солнечной системы. У вращающейся черной дыры имеется также эргосфера, внутри которой расположено вращающееся пространство-время. И тело, попавшее в эргосферу, может быть непрерывно вращаться. Его невозможно остановить, потому что пространство-время вращается. Но из эргосферы можно выйти с другой энергией. Если мы пошлем частицу в эргосферу, она может получить из вращения эргосферы энергию и выйти уже с большей энергией, чем мы послали. Поэтому из эргосферы черной дыры можно извлекать энергию. Это так называемый механизм Пенроуза. От горизонта событий нельзя выйти, а из эргосферы она выше горизонта событий, поэтому можно выйти. Вот. Ну вот, важной особенностью черной дыры, помимо горизонта событий, является наличие фотонной сферы. Важность этой структуры в последние годы особенно стала важной, потому что вы знаете, вот открытие тени от черной дыры там, и так далее. Вот тень от черной дыры – это линзированное изображение фотонной сферы фактически. Поэтому в последние годы именно вот к фотонной сфере с точки зрения наблюдательной астрономии особое внимание привлекается астрономами. Радиус фотонной сферы в воображаемом эвклидовом пространстве составляет 1,5 гравитационных радиуса. Вот он. Вот. 1,5 гравитационных радиуса. Вот. Но, как я уже сказал, вот внутри фотонной сферы лучи света могут двигаться по круговым траекториям. И надо подчеркнуть, что лишь экстремально сильное гравитационное поле черной дыры может закруглять траектории фотонов, двигающихся с чудовищной скоростью 300 тысяч километров в секунду. У нейтронной звезды гравитационное поле слишком слабо, поэтому у нее нет фотонной сферы, и она не может закруглять траектории фотонов. Она может их отклонять, но закруглять у нее не хватает, так сказать, гравитационного поля. Но подчеркнем, что в реальности пространство черной дыры, как я уже говорил, не является эвклидовым. Оно сильно искривлено. Лучи света здесь двигаются не по прямым, а по сильно искривленным траекториям. Вот видите здесь. Вот здесь показан горизонт событий черной дыры. Вот голубой – это передняя часть черной дыры, горизонта событий. Задняя часть – это задняя часть, темная часть – это задняя часть горизонта событий. А вот здесь показано в проекции уже на картинную плоскость то изображение, которое увидит наблюдатель, если от горизонта событий идут фотоны. Вообще от горизонтов, от событий ничего не может уйти. Но если идет аккреция, то совсем рядом с горизонтом событий может появляться там рентгеновское излучение. Оно, конечно, будет сильно смещено в красную часть спектра, до радиодиапазона. Но из очень близких окрестностей горизонта событий могут излучаться, например, радиолучи. И тогда мы видим, что вот изображение в радиодиапазоне для, так сказать, вот всей этой структуры с учетом искривления траектории фотонов в пространстве времени черной дыры, оно вот такое нетривиальное. Значит, вот здесь пунктир – это картинная плоскость. Пунктиром отображена передняя полусфера горизонта событий, не искаженная гравитационным линзированием в плоском пространстве времени. Голубым цветом это отображено уже линзированное изображение передней полусферы горизонта событий.
Темно-синим светом это изображено линзированное изображение задней части горизонта событий. За счет искривления лучи света с задней части горизонта событий приходят до наблюдателя. И, наконец, розовым цветом показана граница фотонной сферы. Так что черная дыра – такой уникальный объект, который виден со всех сторон, из одного направления. Вот вы на нее смотрите, и вы сразу всю черную дыру видите. Вот одна часть черной дыры, вот другая часть черной дыры. И вот сама фотонная сфера. Уже это очень такая интересная особенность. Теперь вот в связи с этим искривлением лучей света, соотношение между уже наблюдаемым радиусом фотонной сферы в реальном пространстве времени черной дыры, в искривленном, и радиусом ее горизонта событий, а уже не 1,5, а 2,6. Радиус фотонной сферы равняется для внешнего наблюдателя 2,6 от горизонта событий. То есть черная дыра действует как увеличивающая гравитационная линза для самой себя в случае удаленного наблюдателя. Вот. Ну, еще надо подчеркнуть, что объем черной дыры любой массы равен бесконечности. Казалось бы, вы знаете гравитационный радиус, вы знаете, что это сфера такого радиуса, значит, вы 4 трети пи-эр в кубе считаете объем. Он получается, поскольку радиус конечный, то и объем конечный. Оказывается, это неправильно. Если учесть искривление, это вот в эвклидовом пространстве, то есть если взять вот эту модель, то да, вот все правильно. Но на самом деле пространство внутри черной дыры настолько сильно искривлено, что когда вы туда попадаете, вы уже путешествуете в огромном, бесконечном пространстве времени, где можно поместить другие вселенные и так далее, и так далее. Все за счет колоссального искривления пространства времени внутри черной дыры. Вот это очень важная особенность черной дыры тоже. Объем ее равен бесконечности. Ну вот пример может послужить наш конференц-зал. Вот вы, когда вы входите в маленькую дверь, да? А объем-то наш, он какой громадный. То же самое с черной дырой. Это, конечно, очень грубая аналогия. Но примерно так вот и с черной дырой. Вход, то есть сама вот этот горизонт событий, он маленький, а дальше у вас бесконечно большое пространство. Вот. Ну, я почему эту лекцию сейчас читаю? Потому что в 22-м году исполнилось 60 лет эре рентгеновской астрономии. А именно благодаря рентгеновской астрономии проблема поиска и исследования черных дыр впервые встала на прочный наблюдательный базис. До этого про черные дыры говорили как про некоторые теоретические объекты, и во многих случаях физики отвергали черные дыры, считали, что это чисто математическая абстракция, некоторый артефакт общей теории относительности. Если вы решаете уравнение, например, там, четвертой степени, то у вас есть действительные корни, мнимые корни. Вы мнимые корни отбрасываете, а с действительными работаете. Вот считалось, что вот феномен черной дыры, который неизбежно получается из общей теории относительности, это некоторый артефакт теории. Ну вот, рентгеновская астрономия началась с 1962 года, когда выдающийся ученый, нобелевский лауреат Рикардо Джакони, итальянец, который работал в Америке, вот. Он, так сказать, добился у военного ведомства Соединенных Штатов, значит, чтобы запустить метеорологическую ракету «Аэроби», это бывшая Фау-2 из Германии. После войны, вы знаете, что вся космическая промышленность была вместе с фоном Брауном была переведена в Соединенные Штаты, и вот Фау-2 стали использоваться для метеорологических исследований. И вот на одной из таких ракет «Аэроби», значит, Рикардо Джакони уговорил военное ведомство установить рентгеновский датчик. Ну, систему счетчиков Гейера. Потому что рентген – это жесткий диапазон. Он формируется при температурах в десятки, сотни миллионов градусов. Поэтому это жесткие фотоны. Вот они ионизуют в счетчиках Гейера газ. И, так сказать, разность потенциалов фиксирует всякие там всплески тока, который регистрируется, и таким образом регистрируется рентгеновский поток. Простейшая схема в начале. Сейчас гораздо более совершенные приемники рентгеновского излучения. А тогда это был 62-й год, было только начало. Вот. И почему он заинтересовал? Дело в том, что считалось, что рентгеновское излучение от звезд пренебрежимо мало.
Потому что до этого еще, до 62 года, где-то в 49 году, тоже с помощью метеорологической ракеты был измерен рентгеновский поток от Солнца. Вот. И оказалось, что рентгеновский поток от Солнца в миллион раз слабее, чем его оптическая светимость. Это светимость короны Солнца, она в миллион раз слабее. И поэтому люди считали, что если Солнце отнести на расстояние в миллион раз дальше, чем расстояние, так сказать, от Земли до Солнца, то при такой ничтожно малой светимости, миллионная часть от оптической светимости, наблюдать рентгеновское излучение от звезд – это абсолютно безнадежная задача. И поэтому только вот попытка найти излучение, рентгеновское излучение от ближайшего объекта, от Луны, и позволила Рикардо Джакони уговорить военных этот эксперимент провести. Луна не имеет атмосферы, она бомбардируется космическими лучами, высокоэнергичными частицами, и это приводит к формированию рентгеновского излучения. Ну, запустили. От Луны не было ничего найдено. Но неожиданно был открыт яркий рентгеновский источник созвездия Скорпиона, который назвали Скорпион X1. X – это рентген, Скорпион – созвездие, первый источник. Он был быстро отождествлен с голубой переменной звездой примерно 12-й звездной величины, которая вошла в общий каталог переменных звезд под названием V818 Скорпиона. И вот этот оказался первый рентгеновский источник, расположенный за пределами Солнечной системы. И природа этого источника казалась загадочной. Я уже говорил, что рентгеновское излучение звезд в миллион раз слабее их оптической светимости. А здесь, поскольку удалось быстро отождествить этот объект с оптической звездой, у него быстренько померили ограничения на параллакс, дали оценку собственного движения, и из этих данных получилось, что расстояние до объекта порядка 2 килопарсек. А рентгеновский поток, он не поглощается межзвездной средой, и поэтому, вот зная рентгеновский поток и расстояние, вы можете посчитать светимость. Она оказалась 10⁻⁷ эрго в секунду, на 4 порядка больше, чем оптическая светимость Солнца. Не в миллион раз меньше, а на 4 порядка больше. И это, конечно, казалось колоссальной загадкой. Но в 1964 году два выдающихся ученых, Яков Борис Зельдович и Сал Питер из Америки, предсказали мощное выделение энергии при несферической аккреции вещества на черную дыру. При этом энерговыделение в десятки раз больше, чем при термоядерных реакциях. И вот после этой работы уже люди стали задумывать. Значит, Скорпион X1 был открыт в 1962 году, а вот буквально два года спустя появились работы Зельдовича и Салпитера. И после этого ученые стали задумываться о том, что, возможно, этот объект связан именно с падением вещества на черную дыру, с аккрецией. И вот в 1967 году Иосиф Самуилович Клоуский как бы суммировал вот эти подозрения и опубликовал статью в астрономическом журнале, предложил для Скорпиона X1 модель двойной системы, систему с аккрецирующей нейтронной звездой. А потом он ее задублировал в Astrophysical Journal, в журнале международном. Но оказалось, что из-за сильной регулярной переменности оптического объекта Скорпиона X1, регулярная переменность там достигает нескольких величин, долго, в течение 13 лет, не удавалось обнаружить периодичность в изменениях его блеска и спектра. А это признак двойной системы. Ну и без такого признака считать доказанным гипотезу Шкловского казалось невозможным. Поэтому самому Шкловскому это все надоело целых 13 лет. Вот. Он отказался от модели Скорпиона X1 как рентгеновской двойной системы. И только в 1975 году канадские ученые Каули и Крэмптон выполнили спектроскопию Скорпиона X1. Они там заметили слабые эмиссионные линии. А также, вот, так сказать, по-моему, англичанин Готлиб и с авторами провели фотометрию Скорпиона X1. Уже прошло сколько лет? Видите, 75-й год, а там 62-й. Значит, 13 лет было накоплено многие тысячи измерений фотометрических. И суммируя эти многотысячных измерений, удалось подавить вот эту физическую переменность и выявить периодическую составляющую. А по спектральным наблюдениям, тогда уже разрешение спектральное было на достаточно высоком уровне, линии очень слабые эмиссионные у Скорпиона X1. Вот их удалось выявить и померить доплеровские сдвиги.
И был померен орбитальный период 0,79 дня. Спектральный класс оптической звезды был оценен, М2. Ну, предполагалось, что нейтронная звезда, как Шкловский предполагал. Так оно и есть. Расстояние было оценено порядка 2 килопарсек. Рентгеновская светимость 10⁸ эрк в секунду. Это уже уточненная рентгеновская светимость. Была замечена огромная переменность рентгеновского потока. Видите, максимальная светимость в рентгене к минимальной относится в 20 раз. Но это все-таки не вспыхивающая рентгеновская. Есть рентгеновские новые, которые в миллион раз меняют свою светимость рентгеновскую. А здесь просто вот такая вот иррегулярная переменность считается квазистационарный источник рентгеновский. Ну и гигантская рентгеновская светимость по сравнению с оптической звездой. Видите, оптическая звезда, значит, М2, у нее светимость порядка 10⁻² эрго в секунду. Вот. А здесь 10⁸. То есть рентгеновский источник в миллион раз ярче, чем оптическая звезда. Вот. Ну и вот поэтому из-за того, что не было надежной фотометрической кривой блеска, значит, не было возможности определить параметры двойной системы из анализа кривого блеска. И вот только в 1916 году длительное фотометрическое наблюдение на космической обсерватории Кеплер позволило выявить три состояния в переменности Скорпион X1, значит, которые связаны с переменным рентгеновским прогревом вот этой М-звезды. Вот кривая блеска. Оказывается, вот эта большая физическая переменность, она не совсем иррегулярная, а есть именно три стационарных состояния, в которых переменность поменьше. Но просто иногда система из одного состояния перескакивает в другое. И если взять вот каждую из этих кривых блесков, то там уже вполне нормальная периодичность. И вот, так сказать, удалось построить модель. Оптическая звезда заполняет свою полость Роша, нейтронная звезда, аккреционный диск. И были определены по этим кривым параметры. Наклонение орбиты 30 градусов, радиус оптической звезды 1,2 радиуса Солнца, масса оптической звезды 0,4 масс Солнца. Видите, большой избыток радиуса, то есть звезда не находится в тепловом равновесии из-за быстрой потери массы. Оптическая светимость, ну, масса нейтронной звезды постулируется. Вот. Так что вот мы имеем такой уже хороший параметр в наше время. Но настоящая рентгеновская астрономия, уже систематические наблюдения рентгеновского неба, стали проходить, начиная с 1971 года. Был запущен знаменитый американский спутник Ухуру, и даже вот эту эпоху, связанную с запуском Ухуру, называют эпохой Ухуру. Вот. Ухуру – это называется слово «свобода» на каком-то из африканских народностей. Тогда, помните, была холодная война и так далее. Вот. И этот спутник – это вращающийся, сканирующий спутник, который, так сказать, обнаружил около 300 рентгеновских источников. И потом пошли оптические отождествления. Были открыты вот эти рентгеновские двойные системы. Это двойная система, оптическая звезда, вот типа нашего Солнца, и аккрецирующая нейтронная звезда или черная дыра. Но это класс тесных двойных систем на поздних стадиях эволюции, которые уже находятся на стадии после завершения первичного обмена масс. Примерно в эти же годы была очень вовремя построена теория дисковой аккреции вещества на нейтронные звезды и черные дыры. Это вот знаменитая работа Шакура Сюняева в 1973 году. Сейчас она является самой цитируемой работой среди астрофизики. Ноиков и Торн учли релятивистские эффекты при аккреции. Прингл и Рис. Вот эти вот авторы заложили основы теории дисковой аккреции вещества. И появление именно вот этой теории, оно позволило быстро понять природу того большого числа рентгеновских источников, которые были открыты с борта вот этого спутника Ухуру. Не было бы этих работ, долго люди еще думали, что же это за такие источники. Оказалось, что вот как раз появление этих работ, группа Зельдович, это все Шакура, Сюняев, Торн, вот это ученики Зельдовича. Вот она как раз, эти работы появились очень вовремя. И примерно в это же время началась разработка теории эволюции тесных двойных систем с обменом масс. Ну, основоположником является Пачинский, дальше Тутуков и Ингельсон, вот у нас в Остросовете, в Советском Союзе, под руководством Аллы Генриховны Масевич, Ванденхевел в Голландии. Вот. Эта теория позволила понять, как образуется черная дыра или нейтронная звезда в двойной системе. Дело в том, что для черной дыры нужна большая масса, а звезды в двойной системе обмениваются веществом.
и звезды теряют массы. И поэтому не всегда, если даже начальная масса большая, в конце может образоваться черная дыра. Значительная часть массы может перетечь на вторую звезду. Поэтому вот расчет этих всех тонких эффектов, он был проведен в этих работах. И сейчас это целая наука, так же, как и теория аккреции. Это целая большая наука, целая отрасль астрофизики. Ну и вот были открыты этим спутником Ухуры первые затменные рентгеновские двойные системы с рентгеновскими пульсарами, с нейтронными звездами. То есть самый первый, так сказать, объект, это были нейтронные звезды, которые были в рентгеновском диапазоне открыты. И Скорпион X1, и вот две системы, Центавр X3 и Геркулес X1. Вот Центавр X3, это значит период 2 дня, период рентгеновских пульсаций, это аккреция на магнитные полюса нейтронной звезды, которые не совпадают с осью вращения, и вращение – это эффект маяка. Вот. Оптическая звезда – это гигант спектрального класса О8, нейтронная звезда. 13-я величина, вполне доступная для оптических наземных наблюдений. Это была вот первая работа 1971 года. И вот буквально вторая работа, вот тоже было потрясение для нас, для астрономов, это тоже это затменная система в рентгене. Это тоже рентгеновская двойная, затменная в рентгене. Она была идентифицирована со звездой HZ Геркулеса, которая считалась неправильной переменной. Орбитальный период 1,7 дня, период рентгеновских пульсаций 1,2 секунды. Спектральный класс звезды меняется колоссальным образом от B0 до F5. Так что это за счет рентгеновского прогрева. Одна половинка звезды греется излучением аккрецирующей нейтронной звезды. Вот. А это тоже блеск достаточно яркий, поэтому можно было ее наблюдать. Чем мы занимались? Это звезда на южном небе, а это вот звезда на северном небе, поэтому мы, наблюдатели, за нее и ухватились. Вот как пример. Это Центавр X3, затменная рентгеновская двойная система. Вот рентгеновский поток, квазипостоянный, ну, есть какая-то физическая переменность там на несколько, там десятков процентов, но в среднем стабильный рентгеновский поток. Потом почти мгновенно рентген падает, почти до нуля. Потом возрастает. Вот это затмение компактного рентгеновского источника, размера которого много меньше, чем размера затмевающей звезды. Вот, так сказать, оптической звездой, у которой корона, которая в миллион раз слабее, чем оптическое излучение, поэтому светимость рентгеновской звезды практически нуль. И поэтому вот темный экран затмевает маленький объект, и поэтому такая вот затменная кривая блеска. А это рентгеновские пульсации, это вот осреднение по времени, а если сделать временное разрешение выше, то вот этот рентгеновский поток, он строго периодически промодулирован периодом вращения нейтронной звезды. Вот это изменение интенсивности, это диаграмма направленности рентгеновского телескопа. На самом деле импульсы постоянные. А это вот система HZ Геркулеса, вторая открытая затменная рентгеновская двойная система. Тоже есть затмение. И кроме того, есть еще затмение с периодом 1,7 дня. И есть еще прецессионная так называемая переменность. Это прецессия аккреционного диска, который не лежит в плоскости орбиты. И прецессирует с периодом 35 дней. И также рентгеновский поток при более высоком временном разрешении представляет собой вот такой вот частокол импульсов. Вот. Ну вот группа Николая Ивановича Шакура подробно исследовала вот эту систему HZ Геркулеса. Вот. Также был открыт первый кандидат черной дыры в это же время примерно. Значит, это звезда В1357 Цигни, отождествление было. Период орбитальный 5,6 дня. Оптическая звезда сверхгигант О9,7. Второй компаньон черная дыра, но это было не сразу доказано. Блеск 9-я величина вообще виден в любительский бинокль. Он был сначала открыт с ракет, до запуска еще спутника Ухуру, то есть до 1971 года. А потом был с помощью спутника Ухуру надежно подтвержден. У него никаких рентгеновских пульсаций не обнаружили, но была найдена очень быстрая рентгеновская переменность на временах 10⁻³ секунды. Ну и по радионаблюдениям объект был отождествлен с голубой звездой 9-й величины. Дело в том, что в нем затмений уже нет. И поэтому не так просто было его отождествить. Вот. Но, так сказать, вот была радиовспышка в системе, которая совпала с рентгеновским изменением спектра, и по ним отождествили. Вот. Ну, конечно, сразу встала проблема оптического отождествления рентгеновских двойных систем, потому что главная задача – это измерить массу объекта. Потому что согласно общей теории относительности, если ядро звезды, где происходили термоядерные реакции, его масса
в конце эволюции больше трех масс Солнца, то коллапс ядра приводит к черной дыре. А если меньше трех масс Солнца, то образуется либо нейтронная звезда, либо белый карлик. Поэтому роль двойных систем сразу резко возросла. И вот стала проблема оптического отождествления вот спутников рентгеновских двойных систем, чтобы по их движению измерять массы нейтронных звезд и черных дыр. Вот. Первая попытка оптического отождествления была сделана вот в нашей работе Шкловский и Ефремов Черепащук и опубликована даже в журнале Nature в 1972 году. Мы нашли в эррорбоксе, а эррорбокс порядка 1 квадратного градуса, затменную переменную систему LR-Центавра, у которой орбитальный период с точностью 0,4% совпадал с рентгеновским периодом. Вот. И опубликовали эту статью и отметили, что совпадение с точностью 0,4% это не очень, так сказать, надежное. Надо дальнейшими наблюдениями этот эффект уточнить. Наша работа почти год пролежала в журнале Nature, что невероятно, потому что Nature – это экспресс-информация. А потом вышли две статьи, наши и американцы. Не буду из деликатности называть его фамилию. То есть вот продержали целый год для того, чтобы дать знать своим астрономам, они быстренько сами отнаблюдали, и две статьи пустили. Жалко было терять приоритет. Действительно, спутник Ухура стоил там порядка там, 100 миллионов долларов, а тут какие-то русские за зарплату обычную вот взяли и первое оптическое отождествление выполнили. Ну вот, значит, оказалось, ирония судьбы в том, что различие в 0,4%, на которое мы обращали внимание, оно оказалось значимым. И оптическое отождествление Центавры К3 было сделано только спустя несколько лет. В 1975 году польским ученым Кшеминским, который работал в Соединенных Штатах. С тех пор эта звезда называется звездой Кшеминского. А первое реальное оптическое отождествление рентгеновской двойной было сделано Николаем Ефимовичем Курочкиным в нашем ГАИШе. Он по старым фотопластинкам, так сказать, свернул измерения фотографические вот этой звезды переменной HZ Геркулеса, которая была, считалась неправильной звездой. Он свернул их с орбитальным периодом, который известен из рентгеновских данных. И получил прекрасную синусоиду, которая по своей форме очень похожа на кривую блеска Цефеид. Он вначале так и считал. Но потом, вот после обсуждения, вот уже мы в нашей группе, вот я, Ефремов, Курочкин, Шакур и Сюняев, мы опубликовали работу, где было сказано, что это эффект рентгеновского прогрева оптической звезды. Значит, рентгеновская светимость 10^37 арпсекунды, а оптическая 10^35, поэтому звезда, одна половинка звезды очень горячая, другая холодная, и орбитальное вращение приводит вот к этой переменности. Это было первое оптическое, реально оптическое отождествление. Лебедь X1, он быстро был отождествлен по радиоданным с оптической звездой, но стоял вопрос о его, так сказать, переменности. Вот, впервые, значит, уже в 1972 году Вебстер и Мардин померили спектры этого объекта, девятая величина, вот, и измерили доплеровское смещение линий поглощения. И обнаружили орбитальный период 5,6 дня. Вот, и измерили функцию масс. Это некоторая комбинация из масс, которая пропорциональна амплитуде криволучевых скоростей. Она оказалась 0,2 масс Солнца, это в десятки раз больше, чем функции масс рентгеновских пульсаров в двойных системах. И они уже заподозрили, что это черная дыра. И принимая массу оптической звезды по спектральному классу, они оценили массу рентгеновского источника, она оказалась там порядка 8 масс Солнца, вот действительно. Ну, а нам удалось, вот, значит, Виктор Михайлович Лютый отнаблюдал объект на Крымской станции на нашей, была получена оптическая кривая блеска, это эффект эллипсоидальности оптической звезды. Значит, оптическая светимость здесь гораздо больше, чем рентгеновская светимость, поэтому рентгеновский прогрев отсутствует, но зато видна приливная деформация звезды, орбитальное движение вот этой, вращение вот этой грушевидной звезды приводит к характерной переменности, двойная волна за орбитальный период. И по амплитуде переменности мы оценили наклонение орбиты и дали оценку массы 5,6 масс Солнца. То есть это черная дыра. Но, значит, сразу же после этой работы, особенно эта наша работа понравилась Яку Борисовичу Зельдовичу, он попросил Славу Борисовича Спикельнера, который тогда был ученым-секретарем, был ученым-секретарем астрономического журнала. Он попросил Славу Борисовича опубликовать нашу статью вне очереди. Эта статья вышла в первом номере астрономического журнала за 1973 год, вне очереди.
И, значит, был энтузиазм большой, что раз буквально в первые годы развития рентгеновской астрономии открыт первый кандидат в черные дыры, то, значит, скоро, наблюдая большое количество рентгеновских источников, мы отнаблюдем огромное количество черных дыр и докажем справедливость общей теории относительности Эйнштейна. Однако жизнь оказалась гораздо сложнее. Целых 11 лет объект Лебедь-Х1 был единственным кандидатом в черные дыры. Более того, значит, в 1974 году Пачинский с авторами предложили для системы Лебедь-Х1 модель тройной системы. Две оптические звезды с большим различием в массах, так что слабая, менее массивная звезда трудно обнаружить на фоне яркой второй звезды массивной. А вокруг них вращается нейтронная звезда, которая аккрецирует вещество вот этих двух звезд. А поскольку процент тройных систем среди двойных звезд очень большой, до 20%, то такая возможность не исключается. И вот уже после этого, конечно, уже наступило уныние среди ученых, что раз даже единственный кандидат в черные дыры ликвидирован, то как же быть-то? И вот стали, так сказать, острые дискуссии в этот период происходить между, значит, сторонниками черных дыр и противниками черных дыр. И только в 1983 году был открыт второй кандидат в черные дыры, это в Большом Магеллановом облаке, LMC-X3. У него орбитальный период 1,7 дня, функция массы очень большая. И B-звезда с массой 6 масс Солнца вращается вокруг черной дыры массой 9 масс Солнца. Это вот опять канадская группа Каули с авторами. Это вот массивные двойные системы. У них оптические звезды в Лебеде-Х1 и в LMC-Х3 имеют большую массу. А в 1986 году вот два ученых, Маклинток и Ремилард, американских, они измерили функцию масс в маломассивной рентгеновской двойной системе, у которых спутником является не ОБ-звезда горячая, а холодная К-звезда с массой около одной массы Солнца. И оказалось, что вокруг нее вращается черная дыра с массой 8 масс Солнца. Это было очень большой неожиданностью для ученых. Вот. Ну, я сейчас поясню, почему. Сейчас просто хочу сказать об окончательном статусе объекта Лебедь-Х1. Значит, ну, поставлены все точки над «и», в смысле массы черной дыры в этой системе. Вот в нашей работе было показано, что по одной кривой лучевой скорости, без привлечения фотометрии, поскольку система наблюдалась уже там много лет, уже 502 ночи, вот была здесь кривая лучевой скорости, которая включает в себя 502 ночи наблюдений. Это вот средняя кривая. И с помощью одной такой кривой лучевой скорости оказалось возможным оценить наклонение орбиты в модели, когда звезда заполняет свою полость Роши и не является точечной. И дать из одних спектральных данных оценку массы черной дыры 8,5 масс Солнца. А вот совсем недавно, уже с помощью радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой, с угловым разрешением 10⁻³ секунды, был уточнен параллакс, собственное движение и параметры орбиты рентгеновского источника, а также дана надежная оценка расстояния до системы. И на этой основе уже с использованием спектральных данных были даны очень надежные оценки масс. Это, так сказать, масса оптической звезды, это масса черной дыры. Вот. Так что сейчас этот вопрос с Лебедь-Х1 окончательно решен. Но вот я уже сказал, что черные дыры вызвали значительное возражение среди ученых. И против существования черных дыр выступал сам Эйнштейн, создатель общей теории относительности. Он до конца своей жизни не верил в существование черных дыр. В 1939 году в одной из своих работ он в заключении написал: «Основным результатом проведенного исследования является четкое понимание того, что в реальном мире отсутствует шваршильдовская сингулярность, то есть нет черных дыр». Эйнштейн считал, что наличие сингулярности, которое следует из его теории, есть следствие строгой сферической симметрии коллапса. Но поскольку в реальности тела вращаются, двигаются, строгой сферической симметрии коллапса никогда не может реализоваться, и потом сингулярности быть не может. Он так считал. И Динктон, это уже астроном, примерно в это же время, в 1934 году, после доклада Чандрасекара о критической массе белого карлика, он сказал: «Я думаю, что должен существовать закон природы, который бы не допускал, чтобы эволюция звезды шла столь абсурдным образом, с коллапсом в черную дыру».
Ну, острая дискуссия в конце 70-х годов уже, как раз после работы Пачинского в 74-м году, который отверг систему Лебедь-Х1 как кандидат в черные дыры. Вот в конце 70-х годов, в начале 80-х годов была дискуссия между сторонниками черной дыры, это Зельдович и Грищук. Грищук – это наш сотрудник, я с ним учился в одной группе. И противниками черных дыр – Анатолий Алексеевич Лагунов, ректор Московского университета. А оба, и Зельдович, и Грищук, а Зельдович заведовал отделом релятивистской астрофизики в ГАИШ и был профессором кафедры астрофизики, а Грищук был старшим научным сотрудником отдела релятивистской астрофизики ГАИШ. То есть они были подчиненными Лагунова. Вот была острая дискуссия, которая вылилась в нескольких заседаниях научного семинара на физическом факультете в большой физической аудитории. Там, значит, сидели все корифеи науки, вот, в том числе там Лившиц и так далее. И вот Зельдович и Грищук утверждали, что, значит, общая теория относительности верна, и черные дыры должны быть. А Лагунов, который построил свою так называемую релятивистскую теорию гравитации в плоском пространстве времени, он отвергал существование черных дыр и считал, что общая теория относительности Эйнштейна неверна. Вот. И выступали, значит, многие физики, и, так сказать, вот была такая яростная дискуссия. Несколько заседаний такого семинара было. И это все выразилось в статьях в успехах физических наук. Вот посмотрите, сейчас у УФН есть в открытом доступе в интернете. Значит, Зельдович и Грищук пишут, что общая теория относительности... Там есть такая графа в УФН, такая графа в УФН, методические заметки. И вот в этой графе, значит, идет методическая заметка Зельдовича и Грищука, которые говорят, что черные дыры, что общая теория относительности верна, что черные дыры должны быть. И буквально в следующем номере УФН идет статья в этой же области методических заметок, что черных дыр не должно быть, и общая теория относительности должна быть отвергнута. И несколько таких вот, так сказать, дискуссий было опубликовано в успехах физических наук. Ярым противником черных дыр был профессор Герценштейн, который совместно с Пустовойтом в 1962 году предложил идею лазерной гравитационно-волновой антенны. И именно с этой лазерной гравитационно-волновой антенны, LIGO американской, был открыт первый гравитационно-волновой всплеск от слияния черных дыр в двойных системах, который доказал наличие черных дыр звездной массы. А вот сам автор идеи гравитационно-волновой антенны лазерной, он не верил до конца своей жизни в существование черных дыр. Я тут не написал, но Виктор Мазлабович Амбарцумян, вы, наверное, знаете, что он развивал теорию Д-тел, из которых это сверхплотные тела, из которых формируется, из-за распада которых формируется все сущее наше. Вот. Поэтому ему идея черная дыра просто была противна, потому что если масса Д-тела больше трех масс Солнца, то никакого Д-тела быть не должно, она должна сколлапсировать в черную дыру. Поэтому он ненавидел черные дыры. Хотя надо сказать, что вел себя вполне прилично в научном отношении. То есть он говорил, я в черной дыре не верю, а вы как хотите. Вот такая. Я у него даже несколько... Я был у него на семинаре, он меня приглашал, поскольку я занимался наблюдениями черных дыр. Я с ним дискутировал, я с точки зрения наблюдений, а он с точки зрения своей теории. То же самое я был и у Лагунова, в Протвино делал доклад про черные дыры, про наблюдения черных дыр. Им хотелось получить какие-то аргументы против того, что это черная дыра. Вот. Ну и далее. Почему же так долго, значит, целых 11 лет, объект Лебедь-Х1 был единственным известным кандидатом в черные дыры? Причина состоит в том, что ученые искали черные дыры в массивных двойных системах. Интуитивно казалось, поскольку черная дыра формируется из массивных звезд, значит, надо и искать черные дыры вблизи массивных звезд, потому что все-таки двойные звезды должны рождаться с соотношением масс близким к единице. Однако дальнейшие исследования показали, что отношение масс компонент в двойных системах имеет широкое распределение. И отношение масс близкое к единице ничем не выделено. А самое главное, что время ядерной эволюции маломассивной звезды с массой порядка 1 массы Солнца в 1000 раз длиннее, чем время ядерной эволюции массивной звезды. Поэтому вероятность наблюдать черные дыры в маломассивных рентгеновских двойных системах много больше, чем в массивных.
Если маломассивная звезда каким-то образом заполнила свою полость Роша, то она течет и формирует рентгеновское излучение в 1000 раз дольше, чем массивная звезда. И поэтому, естественно, вероятность наблюдать черные дыры в маломассивных двойных системах гораздо больше, что и подтвердилось на практике. Более 2/3 известных черных дыр со звездными массами наблюдается именно в маломассивных рентгеновских двойных системах с маломассивными оптическими звездами. Ну, к настоящему времени уже эта рентгеновская астрономия – это очень продвинутая область исследования. Запущены многие десятки специализированных рентгеновских обсерваторий. После спутника Ухура вот была запущена знаменитая рентгеновская обсерватория Эйнштейн. Это уже Ухур, это был, так сказать, счетчик Гейгера, который имел поле зрения порядка 1 квадратного градуса. А вот Эйнштейн – это была первая фокусирующая рентгеновская обсерватория, который строил изображение объекта. У нас в Советском Союзе под руководством Рашида Алиевича Тюняева, и здесь энтузиастом был Яков Борисович Зельдович, он в значительной степени помогал пробивать финансирование, на, значит, обсерватории МИР был вот, так сказать, рентгеновский телескоп «Квант», вот, значит, обсерватория МИР-Квант, которая, в частности, наблюдала вспышку сверхновой 1987 года. В Большом Магеллановом облаке, и обнаружила там, так сказать, всякие, так сказать, кобальт и прочие, так сказать, радиоактивный распад кобальта. Вот. Гранат, второй советский спутник, это уже специализированная отдельная рентгеновская обсерватория. Дальше немецкий обзорный телескоп Росат, Чандра, Нустар. Сейчас много десятков таких систем. И в последние годы, конечно, надо отметить вот этот спектр рентген-гамма, руководитель академик Сюняев, совместно с немцами этот эксперимент. Половина программы с немцами совместно сделана, но дальше они по политическим соображениям прекратили свою часть работы. Но российская часть в жестком диапазоне, в мягком диапазоне была совместная программа, а в жестком была отдельно российская часть. Российская часть в жестком диапазоне продолжает исследование, и там получены очень интересные результаты. Совсем недавно была запущена уникальная обсерватория ISPE. Это рентгеновская обсерватория, которая позволяет не только получать изображения объектов в рентгеновском диапазоне, измерять потоки рентгеновские, но и измерять поляризацию рентгеновских квантов. Это очень трудный эксперимент, потому что длина волны кванта порядка 1 ангстрём, и вот надо, они отражаются только под очень большим углом. А чтобы мерить поляризацию, надо еще более хитрые ухищрения проводить. Но тем не менее, вот сейчас уже такая обсерватория, измеряющая поляризацию рентгеновских фотонов, запущена. И там уже получен ряд очень интересных результатов, на которых я вот из-за краткости моего сообщения не могу остановиться. Ну, надо еще отметить, что в 1981 году уже, много лет спустя, после эпохи Ухура, был открыт первый объект в сверхкритическом режиме аккреции. В работе Шакура и Сюняева была предсказана сверхкритическая аккреция. Дело в том, что аккреция питается, так сказать, веществом оптической звезды. И никаких ограничений на поведение оптической звезды вообще-то нет. И оптическая звезда, если она массивна, она может это очень интенсивно истекать на релятивистский объект. И тогда все рентгеновское излучение, которое формируется вблизи черной дыры, оно перерабатывается в оптически толстом аккреционном диске. Просто вещества так много в диске, что рентген не может пробиться через него. Термализуется, преобразуется в оптику. И мы наблюдаем вместо аккреционного рентгеновского диска оптическую звезду, вот такую сплюснутую. И вот объект СС-433 был открыт, первый пример явления сверхкритической аккреции. Ну, здесь всякие экзотика, там джеты вот релятивистские со скоростью 80 тысяч километров в секунду. Сам диск не лежит в плоскости орбиты, он прецессирует с периодом 164 дня и так далее. Но важно, что это вот первый пример сверхкритической аккреции. Сейчас рассматривается этот объект как первый прототип ультраярких рентгеновских источников, которые наблюдаются в других галактиках. Эта стадия эволюции очень короткая, ну, максимум 10-5 лет. Поэтому в нашей галактике пока это только один объект пока. А в других галактиках, которых много, наблюдаются уже несколько десятков таких вот ультраярких рентгеновских источников. Ну вот недавно мы открыли удлинение орбитального периода у этого объекта и показали, что там черная дыра. Это важно.
По спектральным данным не удается оценить массы компонента. Это вот как раз все, кто занимается переменными звездами, могут посмотреть вот эта затменная кривая блеска для SS-433. Здесь видно сдвиг красной линии относительно черной. Это как раз вот смещение минимума, которое накапливается за счет большого количества эпох. Объект наблюдается вот в нашей группе уже более 25 лет, а если взять другие данные, то более 43 лет данных. И вот с учетом всех этих данных оказалось, что график О-С здесь не прямая, а парабола, что говорит о том, что период увеличивается. И из увеличения периода следует много интересных результатов. Важный еще класс объектов – это уже объекты, которые имеют оптическую звезду типа Вольф-Райе. У вас уже, если в объекте SS-433, у вас оптическая звезда кончает истекать на релятивистский объект. Но она еще имеет водородную оболочку. Но она и дальше продолжает истекать. Водородная оболочка, когда полностью перетекает, то обнажается гелиевое ядро за счет высокой температуры этого гелиевого ядра, давлением излучения разгоняется радиальный звездный ветер, и аккреция идет уже не из аккреционного диска, а из высокоскоростного, со скоростью 1000-2000 км в секунду, звездного ветра. Вот. И таким образом, вот такие объекты, они были предсказаны, но долго-долго их не могли открыть. Вот. И только вот, так сказать, где-то опять-таки в 80-х годах первый этот объект был открыт, это наш объект в нашей галактике, Лебедь-Х3. Ну вот этот объект мы наблюдали на нашей Кавказской обсерватории. Значит, объект имеет очень сильное межзвездное поглощение, поэтому в оптическом диапазоне он слабее 23-й величины. Его можно наблюдать только в ИК-диапазоне. Поэтому его хороших кривых блеска этого объекта не было получено вот до последнего времени. Потому что время в инфракрасном диапазоне, приемники дорогие, на крупных телескопах время очень дорогое, и получить полную кривую блеска оказалось довольно дорого. Вот, а поскольку наш телескоп был построен, вы вот этим воспользовались, тогда время было достаточно доступно, нам удалось построить вот ряд кривых блесков, период 4,8 часа, то есть двойная система прошла через общую оболочку и сократила свое расстояние. И вот так кривые блеска, прямо за ночь получается одна кривая блеска, и вот видно, как она от ночи к ночи меняется, показатели цвета меняются, и вот такая модель применена была, которая позволила определить уже окончательно параметры двойной системы. Наблюдаем мы на Кавказской обсерватории, чем я с гордостью, так сказать, чем я горжусь. Значит, рентгеновские двойные системы маломассивные, вот, потому что я был директором тогда и фактически был инициатором создания Кавказской обсерватории и руководил ее строительством. Вот, вот такие вот объекты, маломассивные двойные системы с черными дырами, мы наблюдаем тоже. Вот. Ну и надо сказать, что не только рентгеновские двойные системы в рентгене наблюдаются. Наблюдаются они и в другого класса. Ну, например, есть нейтронные звезды с огромным магнитным полем. 10-15 Гаусс. Это так называемые магнетары. Есть рентгеновский пульсар в крабовидной туманности. Это молодой пульсар, поэтому там еще рентгеновское излучение тепловое от пульсара. И кроме того, так сказать, синхротрон в рентгеновском диапазоне наблюдается. Там у него период 0,03 секунды всего, такое быстро вращающаяся нейтронная звезда. Вот. Есть рентгеновские пульсары в центрах других остатков вспышек сверхновых. Вот. Горячие нейтронные звезды в остатках вспышек сверхновых. Даже не обязательно пульсары, могут быть просто тепловое излучение горячих вот этих нейтронных звезд. Космические гамма-всплески наблюдаются. Это джеты от быстро вращающихся черных дыр в ядрах сверхновой. Если у вас имеется коллапс массивного ядра, то когда, если вращение не очень сильное после коллапса у черной дыры, то вы наблюдаете обычную сверхновую со сбросом оболочки. А если образуется очень быстро вращающаяся черная дыра, то формируются джеты, которые прожигают эту оболочку и выносят рентгеновское излучение, гамма-излучение на поверхность. Потом за счет распада нейтрино там свои гамма-фотоны образуются в джетах. Таким образом, вот наличие
так сказать, гамма-всплесков связывается с очень быстрым вращением, с предельно быстро вращающимися черными дырами, которые образуются при коллапсах ядер массивных звезд. Есть очень интересное явление – это приливное разрушение звезд в гравитационных полях сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. Сейчас уже несколько сотен таких приливных разрушений обнаружены. Вот в том числе на обсерватории спектр-рентген-гамма обнаружены несколько десятков новых явлений приливного разрушения черных дыр в двойных системах. Значит, просто у них наблюдения ведутся. Значит, вот один скан неба проходит, это несколько месяцев, потом второй скан. И во время второго скана они просто сравнивают рентгеновские источники первого скана и второго скана. И просто из сравнения видят, что появляются новые источники. И мы на нашей Кавказской обсерватории, в том числе, ну там еще казанцы работают, САО, наблюдаем уже в оптическом диапазоне эти ядра галактик, где вспышки происходят. И вот совместно, так сказать, недавно нами опубликована статья по этим вот новым явлениям приливного разрушения черных звезд в гравитационных полях сверхмассивных черных дыр. Но также, конечно, наблюдаются в огромном количестве аккрецирующие сверхмассивные черные дыры в других галактиках. Вот эта картинка, вот, это карта неба, которая получена вот сканированием всего неба в мягком диапазоне, примерно несколько килоэлектрон-вольт. И тут вот масса точек, миллион точек примерно. 90% этих точек – это аккрецирующие сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик. Остальные 10% – это рентгеновские двойные системы, это короны звезд уже молодых, у которых, так сказать, усиленные короны и так далее, и так далее. Так что вот просто ядра... То есть сверхмассивные черные дыры просто наблюдаются миллионами, как рентгеновские источники в ядрах галактик. Вот. Так что это большая наука, уже, так сказать, очень продвинутая, и я уже не буду о ней говорить. Давайте с вами перейдем как бы к заключительной части, а именно к тем важнейшим результатам, которые были получены вот в области рентгеновской астрономии сначала. И к чему это привело? А потом я уже скажу про гравитационно-волновую астрономию и про астрономию сверхвысокого углового разрешения, которая позволила окончательно доказать существование черных дыр. Рентгеновская астрономия, к сожалению, забегая вперед, скажу, позволила найти очень надежные кандидаты в черные дыры. Значит, Виталий Ларович Гинзбург, как раз по поводу успехов рентгеновской астрономии, когда он говорил, он сказал, что новые наблюдения укрепляют нашу уверенность в реальном существовании черных дыр во Вселенной. Он не мог сказать, что мы доказались. С помощью рентгеновской астрономии, к сожалению, окончательно доказать существование черных дыр не удалось, но зато было положено начало массовым исследованиям черных дыр. Распределение по массам уже вот этих кандидатов в черных дыр построено и так далее. То есть эта наука, она началась про черные дыры вот с рентгеновской, а точнее даже с работы Зельдовича и Салпитера, которые сказали, что черные дыры можно наблюдать в рентгеновском диапазоне в результате аккреции. Вот. Итак, результаты по рентгеновской астрономии. Открыто несколько нейтронных звезд рентгеновских и радиопульсаров с массами, близкими к двум массам Солнца. Это важно для уточнения уравнения состояния нейтронных звезд. Открыто два радиопульсара в системе вот этой G0737-3039. Это уже... Результаты радиоастрономии уже не рентгеновской, но поскольку говорим о нейтронных звездах пока, его тоже стоит упомянуть. Пока это единственная система. Обычно радиопульсары в двойных системах, они построены так. Активная нейтронная звезда – пульсар. И мертвая нейтронная звезда – не пульсар, но тоже нейтронная звезда. Там магнитное поле успело затухнуть, и поэтому феномена пульсара не наблюдается. А молодой пульсар светит как пульсар. А вот здесь как раз одна нейтронная звезда, тоже старая, но у нее период порядка секунды, но у нее магнитное поле еще не успело затухнуть, поэтому пульсар наблюдается. А вторая звезда, миллисекундный пульсар, молодая нейтронная звезда, у нее жестко наблюдается рентгеновский импульс. Это прекрасная лаборатория для проверки, разнообразной проверки общей теории относительности. Там померено и укорочение орбитального периода, связанное с излучением гравитационных волн, как в этом в PSR-1913-16, первом радиопульсаре Халса и Тейлора. Там измерен эффект Шапира,
замедление, значит, гравитационного замедления света в гравитационном поле и так далее, и так далее. Вот. Ну и вот статистика, значит, средняя масса здесь уже немножко устарела. Сейчас около 100 нейтронных звезд имеют измерение массы. Это рентгеновские пульсары в двойных системах, рентгеновские барстеры первого типа. Это у вас, так сказать, мертвая нейтронная звезда со слабым магнитным полем, на которых идет аккреция в двойной системе. И по мере накопления вещества на поверхности вырожденного нейтронного ядра вот этой нейтронной звезды происходят, так сказать, изредка вспышки, термоядерные взрывы на временах несколько секунд всего-навсего. А интервал между ними может быть там месяцы и так далее. Но это тоже признак наличия поверхности, потому что это термоядерный взрыв накопленного вещества на поверхности вырожденной нейтронной звезды. Вот. Ну и радиопульсары, конечно, и так далее. Так что вот всего около сотни уже объектов, средняя масса составляет 1,45 масс Солнца. Красивый результат получен, что миллисекундные пульсары в среднем на 0,13 массы Солнца более массивные, чем секундные пульсары. Но это по радиоданным тоже. Это эффект накопления вещества при раскрутке пульсара во время обмена масс. Вот в 1974 году Бесноватый Коган и Комберг написали работу, где сказали, что пульсар, который уже как бы затух, он может снова вспыхнуть, когда, так сказать, будет перетекание вещества, обмен вещества. За счет обмена вещества он может раскрутиться и опять, так сказать, включиться феномен рентгеновского пульсара. А для того, чтобы его раскрутить, надо какое-то количество массы поглотить. И, как оказалось, довольно небольшое, всего 0,1 массы Солнца. Почему? Потому что у нейтронной звезды радиус 10 километров, а радиус магнитосферы 1000 километров. Поэтому момент инерции нейтронной звезды маленький. И поэтому, когда у вас аккрецирует вещество, оно захватывается магнитосферой и легко раскручивается сравнительно. Вот. Так что вот это предсказание, оно подтвердилось. Значит, вот действительно такие вещи наблюдаются. Ну, теперь про черные дыры. Нет корреляции между массами черных дыр и массами оптических звезд в рентгеновских двойных системах. Черные дыры могут наблюдаться как с массивными спутниками, так и с маломассивными спутниками. Количество черных дыр не возрастает при уменьшении массы черной дыры. Это удивительный результат, я об этом чуть позже скажу. И распределение масс черных дыр в массивных и маломассивных двойных системах различаются. Это говорит о разных эволюционных путях этих систем. Массивная система эволюционирует как полуразделенные системы, а маломассивная из-за большой разницы в массах компонент эволюционирует на стадии с общей оболочкой. И вот два графика, в которых суммируются все вот эти результаты 60-летних исследований в рентгене. Значит, первый вот справа, вот этот график. Это вот, значит, у нас здесь это количество объектов, а здесь масса объектов. Вот этот высокий пик – это нейтронные звезды. Их много, их порядка 100, поэтому здесь не все приведены. Но это узенький пик с массой от 1 до 2 масс Солнца. А вот это все уже черные дыры. Это вот High Mass X-ray Binary, это массивная двойная система с массивными спутниками. Здесь черные дыры, причем здесь не все черные дыры тоже приведены. Сейчас уже измерено еще несколько штук. Вот. Они, видите, распределены более или менее равномерно. А вот в маломассивных двойных системах, Low Mass X-ray Binary, у нас черные дыры концентрируются к массе примерно 8 масс Солнца. Если объединить эти два распределения, то получается вот такое распределение черных дыр в рентгеновских двойных системах, массивных и маломассивных. Это распределение удивительное. Дело в том, что распределение масс звезд в галактике очень сильно увеличивается с уменьшением массы звезды. Ну, вы знаете, что темп образования звезд в галактике – это функция Салпитера, как m в степени минус 2,35. Но темп звездообразования надо умножить на возраст каждой звезды, то есть еще на m минус 2. То есть почти на m минус 4,5 получается. У вас число, наличное число звезд в галактиках, так сказать, уменьшается с увеличением массы черной дыры. Вот. Так что это, значит, если бы такое. А черные дыры же образуются из звезд, ну, из наиболее массивных звезд, но во всяком случае, все равно должно быть какое-то непрерывное нарастание числа открытых черных дыр с уменьшением массы спутника, с уменьшением массы черной дыры.
Но этого не наблюдается. Вот какая-то тенденция есть нарастание, потом резкий спад. И есть даже интервал вот этот, так сказать, между двумя и четырьмя массами Солнца, где пока не открыто ни одной нейтронной звезды и ни одной черной дыры. Вот этот наблюдательный факт, он до сих пор так до конца не объяснен, и он накладывает сильные ограничения на процессы образования нейтронных звезд и черных дыр в двойных системах при коллапсе ядер двойных систем. Во всяком случае, вывод однозначный, что масса черной дыры не совсем однозначно зависит от, от начальной массы оптической звезды. Есть какие-то механизмы, которые делают этот процесс более опосредованным. Вот. Ну и вот три важнейших результата, которые, так сказать, я сейчас зачитаю, потом на картинке покажу. Черные дыры и нейтронные звезды различаются не только по массам, но и по наблюдательным проявлениям в полном согласии с общей теорией относительности. А именно, во всех случаях, когда компактный объект показывает признаки наблюдаемой поверхности, это рентгеновский пульсар, рентгеновский барстер первого типа, радиопульсар, его масса не превышает трех масс Солнца. Согласно и в полном согласии с общей теорией относительности. В то же время ни один из порядка 30 массивных с массой больше трех масс Солнца рентгеновских источников кандидатов в черные дыры не показывает признаков наблюдаемой поверхности, не является ни рентгеновским пульсаром, ни рентгеновским барстером первого типа, ни радиопульсаром. Вот этот красивый результат, который вот суммирует сведения как бы о черных дырах, полученные с помощью рентгеновской астрономии, он является косвенным свидетельством наличия горизонта событий у черных дыр. К сожалению, только свидетельство. Значит, вот эта картинка, она поясняет вот то, что я сказал. Значит, здесь у нас опять это масса объекта, ну а здесь номер объекта. Пунктиром отмечено три массы Солнца, то, что предсказывает верхний предел массы нейтронной звезды, который предсказывается ОТО. Вот эти точечки – это все нейтронные звезды, у которых есть наблюдаемые признаки поверхности. Это вот в системе двух радиопульсаров, это радиопульсары в двойных системах с нейтронными звездами, это радиопульсары с белыми карликами. Это радиопульсары с невыраженными звездами, это нейтронные звезды в рентгеновских двойных системах, рентгеновские пульсары. Все они показывают признаки наблюдаемой поверхности. И ни одна из них, а их уже около сотни, здесь не все приведены, не выходит за границу трех масс Солнца. В полном согласии с общей теорией относительности. И имеется более трех десятков черных дыр, кандидатов в черные дыры, у которых массы больше трех масс Солнца. Ни один из этих объектов не показывает признаков наблюдаемой поверхности, что является вот действительно косвенным свидетельством наличия горизонта событий. Но окончательно судить о том, что это черные дыры, на основе этого красивого результата не приходится. Почему? Потому что могут быть и нейтронные звезды, которые не обладают признаками наблюдаемой поверхности. Например, если у вас ось вращения нейтронной звезды совпадает с осью магнитного диполя, то даже и при наличии аккреции, при наличии горячего пятна у вас не будет перемены рентгеновского потока. Горячее пятно расположено на полюсе вращения. Это один из примеров. Вот. То есть, и кроме того, очевидно, что нельзя судить о природе объекта по отсутствию каких-либо его признаков. Судить о природе объекта можно только по наличию признаков, специфичных для данного объекта. Вот. Ну и, значит, вот дальше уже окончательные доказательства наличия черных дыр вот пришли совсем недавно. Вот из гравитационно-волновой астрономии, в частности. Здесь показано как раз первое открытие слияния двух черных дыр в двойной системе. Гравитационно-волновой сигнал в одной обсерватории и другой, две обсерватории американские, которые разнесены 3000 километров расстояния. Вот. И видно, что сигнал – это квазисинусоидальный, с уменьшающейся амплитудой, с уменьшающейся частотой, увеличивающейся амплитудой, потом с резким обрывом, это так называемая ring-down стадия. Вот. Этот сигнал прекрасно описывается в рамках общей теории относительности при слиянии двух черных дыр. Задача слияния черных дыр очень сложна. Вот на этом интервале она решается в постньютоновском приближении, это сравнительно просто. Но вот эту часть удалось посчитать только с применением самых мощных суперкомпьютеров. И вот сейчас есть модельные кривые, их несколько тысяч штук насчитано, которые сразу накладываются на наблюдаемый сигнал и отождествляются гравитационно-волновой сигнал. Потому что все сигналы на грани, так сказать, обнаружения,
Поэтому применяются модельные вот эти кривые для того, чтобы выделить гравитационно-волновой сигнал. Вот. Это вот массы большие черных дыр, порядка 30 масс Солнца, а это массы порядка 15 масс Солнца, поменьше, период короче. Вот это знаменательное вот событие, это уже слияние двух черных дыр, которое было открыто двумя гравитационно-волновыми обсерваториями. LIGO в Америке и Virgo в Италии. И только после этого открытия, когда было независимое подтверждение другой гравитационно-волновой обсерватории слияния черных дыр, была присуждена Нобелевская премия за эти открытия. Это Торн, Вайс и Дейвер, которые, значит, вот были инициаторами, создателями обсерватории LIGO. Но надо сказать, что в эту работу огромный вклад внес Владимир Борисович Ворогинский, член корреспондент со своими коллегами на физфаке МГУ, а также академик Хазанов в Институт прикладной физики РАН со своей командой. Ну, я уже упоминал, что вот Герценштейн и Пустовойт в 1962 году, еще до знаменитых опытов Дэвиса, по-моему, кто был первый, кто из болванку, так сказать, на болванке нашел гравитационные волны? Дэвис или... Ну, в общем, еще до первых гравитационно-волновых измерений они опубликовали вот эту статью, где сказали, что твердотельная антенна, она резонансная, она настраивается на одну частоту, поэтому вероятность обнаружить сигнал очень мала. А лазерная интерференционная антенна, она имеет широкую полосу. И поэтому вероятность обнаружить гравитационно-волновой сигнал достаточно велика. Что и обнаружилось на практике. Вот. Теперь, значит, дальше второе доказательство существования черных дыр пришло из, значит, астрономии сверхвысокого углового разрешения. Значит, с помощью системы из 8 субмиллиметровых радиотелескопов, разнесенных на расстоянии порядка диаметра земного шара, путем наблюдения, так сказать, одного объекта с помощью этих 8 телескопов, детектирования сигнала, их фазирования и записывания интерференционной картины, вот, удалось вот такой, с помощью такого радиоинтерферометра с апертурой порядка диаметра земного шара с угловым разрешением 2 на 10 минус 5 секунды дуги построить изображение окрестностей внутренних частей аккреционного диска вокруг сверхмассивной черной дыры в ядре галактики М87 и в ядре галактики нашей. И оказалось, что эта структура внутренних частей аккреционного диска, она имеет нетривиальный характер. Если бы здесь находился объект с какой-то поверхностью, например, какая-то огромная нейтронная звезда, что в некоторых теориях предполагает такое существование, вот, то значит, при ударе о поверхность выделялась бы огромная энергия, и яркость должна была бы монотонно нарастать к центру. А она сначала нарастает, а потом спадает. И вот размер вот этой вот тени, как ее называют, он в точности равен размеру тени, посчитанному при заданной массе сверхмассивной черной дыры. Он зависит от массы и от момента вращения. А масса черной дыры здесь померена по движению соседних звезд, независимо, по движению пробных тел. И вот при заданной массе 6,5 миллиардов солнечных масс, вот именно такой размер тени должен наблюдаться. То же самое с ядром нашей галактики. У нас 4 миллиона солнечных масс, масса черной дыры, и вот размер тени как раз соответствует массе 4 миллиона солнечных масс. Это уже два случая, и совпадение полное. Вряд ли это может быть случайностью. Поэтому можно считать, что окончательно доказано и существование сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. Ну а здесь вот я вернусь назад к гравитационной волновой астрономии. Вот здесь мы видим момент, процесс слияния двух черных дыр. Вот они крутятся, излучают гравитационные волны. Значит, поток гравитационных волн меняется по синусоиде. Затем период сокращается, потому что система теряет орбитальный момент и энергию. Орбитальный период сокращается. Наконец наступает процесс слияния. Вот. И потом образуется общий горизонт событий, и он дрожит, он колеблется. И тоже испускает гравитационные волны. И вот процесс колебания горизонта событий, вот эта стадия ring-down, и процесс формирования общего горизонта, его колебания, оно описывается вот с этой частью гравитационно-волнового сигнала. В
Вот когда будет достигнута высокая точность вот этих сигналов, более высокая, чем та, которую я показывал, то можно будет вот по форме вот этого затухания, кривое затухание гравитационного волнового сигнала, конкретно доказать, что дрожит именно горизонт событий черной дыры, а не что-то другое. То есть в ближайшее время, я думаю, мы получим окончательное доказательство не только того, что это черные дыры, но и того, что у них есть настоящие горизонты событий. А здесь вот показано, как меняется расстояние между компонентами и скорость вращения. Значит, скорость достигает при слиянии половины скорости света, а расстояние соответствует горизонту событий черной дыры суммарной массы. То есть размеры черной дыры уже измерены, ну, с точностью 100%, то есть почувствовано именно горизонт событий. С помощью рентгеновской астрономии, по рентгеновской переменности, там, по профилям рентгеновских линий, спектр сверхмассивных черных дыр, удается, так сказать, использовать, удается дать ограничение на размер вот черной дыры, порядка там от 10 до 100 гравитационных радиусов. А здесь же прямо вот как мы достигаем суммарного горизонта событий, вновь образовавшейся черной дыры. Важно то, что масса этой черной дыры, она на три массы меньше, чем масса двух черных дыр до слияния. Вот три массы Солнца, они улетели в виде гравитационных волн, соответственно. Вот. Ну и вот, так сказать, какие новые аспекты. Еще у меня есть 5 минут. Ну, во-первых, двойные сверхмассивные черные дыры. Сейчас уже вовсю открываются двойные сверхмассивные черные дыры. Дело в том, что галактики образовались в значительной степени в результате мерджинга, слияния различных галактик. И это сейчас подтверждено с помощью Джеймс Веб-телескопа, который наблюдает галактики, собственный возраст которых меньше 500 миллионов лет. А наш возраст Вселенной 13,7 миллиарда лет. Вот. И вот Джеймс Веб-телескоп наблюдает в том числе и, так сказать, двойные сверхмассивные черные дыры. Они наблюдаются как по квазипериодической переменности, что отражает вращение одной черной дыры около другой, причем по эллиптическим орбитам, поэтому там не строгие синусоидальные изменения, а довольно сложные, но их легко расшифровать. Так и прямым видением в некоторых случаях просто двойные ядра галактик обнаружены. Вот. Это первое. Дальше, значит, проблема еще сверхмассивных черных дыр. Вот сейчас все более и более остро встает. Обнаружены сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик, возраст которых меньше 500 миллионов лет. Раньше, вот, до Джеймса Веб-телескопа, было единичные случаи. Там один, два, три случая таких. Сейчас их многие десятки уже. То есть это не какой-то вот выброс, случайность. Это типичный результат. Поэтому как могли образоваться черные дыры с массой, скажем, 3 миллиарда солнечных масс за время короче 500 миллионов лет? Сейчас уже ученые на полном серьезе обсуждают вопрос, что впервые образовалось. Черная дыра, а потом на нее налетело вещество барионное, сформировались звезды и галактика. Или, так сказать, галактика сначала, а потом в нее в центре сколлапсировала материя, и за счет аккреции наросло, так сказать, вот такое сверхмассивное тело, черная дыра. Вот две, если первая гипотеза тогда была в порядке, так сказать, такой фантазии, что черные дыры сначала образовались, а потом галактики, то сейчас эта гипотеза выходит уже на первое место. Скорее всего, так сказать, сначала образовались черные дыры каким-то механизмом, ну, за счет деформации метрики пространства-времени. Если вы будете деформировать пространство-времени, вам не нужна барионная материя. Просто за счет деформации вы можете привести коллапсу и образованию сингулярности. Вот. И вот такая вот нетривиальная физика вообще в перспективе нам светит за счет вот изучения двойных сверхмассивных черных дыр. Ну и не только двойных, а просто черных дыр сверхмассивных. Теперь второе – это пульсарная астрономия. Михаил Васильевич Сажин, который здесь вот недавно много раз выступал, он руководил семинаром имени Зельманова, недавно он скончался, он предложил лет 20 тому назад еще идею. Имеются пульсары, у которых стабильность частоты пульсаций лучше стабильности атомных стандартов частоты. Надо взять много пульсаров по небу и следить за стабильностью их импульсов. Если у нас сливаются две сверхмассивных черные дыры, это должно приводить к гравитационным волнам уже огромным размером там парсеки, там десятки парсек. Вот в случае, когда две звездные черные дыры,
то, видите, за время там 0,3 секунды они сливаются. А сверхмассивные черные дыры сливаются уже за времена, там, годы там, и так далее. Поэтому длинные волны. И поэтому вот эти длинные волны, они могут воздействовать на периодичность следования импульсов пульсаров. И эти эффекты надо долго наблюдать. Вот сейчас были опубликованы недавно результаты 15 лет таких наблюдений, и получены, ну, не окончательно доказательства, но некоторые существенные свидетельства в пользу того, что наша вся Вселенная заполнена гравитационно-волновым фоном от слияния сверхмассивных черных дыр в ядра галактик. Дело в том, что черных дыр миллиарды, потому что галактик сотни миллиардов галактик в нашей Вселенной. Вот. И этот гравитационно-волновой вот этот стохастический фон, он по спектру отличается от фона гравитационных волн, которые должны были образоваться на стадии окончания инфляционной стадии Вселенной. То есть, когда возраст Вселенной был 10⁻⁶ секунды. Там стали рождаться частицы, это приводило к деформации метрики, и формировались мощные гравитационные волны, а затем за счет инфляции их масштаб увеличился в огромное количество раз, и эти волны тоже гуляют на характерных масштабах в килопарсеке, мегапарсеке и так далее. Но по спектру вот эти волны, они должны отличаться от волн, от слияния двух сверхмассивных черных дыр. И вот наш директор Константин Александрович Поснов, он является соавтором статьи, вот в этом, так сказать, где сообщено об этом открытии гравитационно-волновой фон от слияния сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. И еще несколько наших сотрудников тоже являются соавторами этой работы. Ну и, наконец, кротовые норы. Это, конечно, дело в том, что открытие черных дыр доказывает правильность ОТО. А ОТО предсказывает, так же, как и сингулярность, она предсказывает замкнутые линии времени. Чего тоже сам Эйнштейн очень боялся. Он, так сказать, тоже как-то было ему неудобно этот результат иметь, хотя он просто следует из общей теории относительности. Поэтому вот это как раз формирование замкнутых линий времени – это необходимое условие формирования кротовой норы. Когда у вас нет сингулярности в центре, нет горизонта событий, а есть туннель в пространстве времени, и вы можете по нему ходить как в пространстве, так и во времени, и за время там порядка там, нескольких минут перейти от одной галактики к другой. И это будет не противоречить законам физики. И так далее. Вот такие туннели, в них очень верил вот Николай Семенович Кардашов, значит, наш теоретик, знаменитый Игорь Дмитриевич Новиков, занимается разработкой теории кротовых нор. На Западе, конечно, Кип Торн и так далее. Вот. Значит, поскольку черная дыра открыта, то надо ждать открытия кротовых нор. Но, к сожалению, кротовые норы, они неустойчивы. Кротовая нора может образоваться, но она быстро коллапсирует, преобразуется в черную дыру. Вот чтобы получить устойчивую черную дыру, надо заполнить горловину кротовой норы некоторой экзотической материей, которая обладает антигравитацией, которая препятствует коллапсу. Но эта экзотическая материя должна быть не просто с антигравитацией, а с так называемым фантомным уравнением состояния. Вот не все ученые верят в то, что существует материя с фантомным уравнением состояния. Мы открыли уже материю с антигравитацией, это темная энергия, которая приводит к ускоренному расширению Вселенной. Но то, что уравнение состояния темной энергии фантомное, пока не доказано. Потому что соответствующий коэффициент в уравнении состояния, то есть связи между давлением и плотностью энергии, он известен с точностью примерно 5-10%. А чтобы доказать, что это фантомная или там квинтэссенция или вакуум материя, нужно иметь точность определения вот этого коэффициента лучше 1%. И именно вот с этой целью был запущен спектр рентген-гамма. Вот по статистике скоплений галактик уточнить вот этот коэффициент в этом уравнении состояния темной энергии. К сожалению, немцы прекратили эту часть эксперимента. Вот, ну да, да, вот задача эта стоит. Так что кротовые норы, вот у нас есть космические эксперименты, вот, например, миллиметрон. Это детище Кардашова, сейчас Игорь Дмитриевич Новиков курирует этот проект. Вот. А как раз одна из основных задач вот миллиметрона, как вот недавно Игорь Дмитриевич высказался, будет поиск именно кротовых нор в ядрах галактик. Потому что предсказаны отличия наблюдательные кротовых нор от черных дыр. Можно реально отличить с помощью наблюдений феномен кротовой норы от феномена черной дыры. Ну вот давайте на этом я кончу. Еще несколько минут есть, можно вопросы, пожалуйста.
Ну, я смотрю, я всех задавил, экзотик. Есть вопрос? Если нет вопроса, то спасибо. Все. Спасибо большое.